Радий представити гостя нашої студії, вокаліста гурту «Крила» Олександра Плюсніна, Миколу Попова, режисера, та Максима Прохарчука, актора голову Миколаївського лицарського клубу «Бродекс». Вітаю вас, доброго ранку вам. Доброго ранку. І так, кліп уже відсняли, уже відеоработу увіділи в соцсетях некоторі ваші любителі вашого творчества. Скажіть, будь ласка, як довго длился этот період, соответственно, подготовки і съемок? Ну, на самом деле, то есть снимать клип на эту песню мы хотели еще задолго до того, как вышел сам альбом. Да, еще когда анонсировали этот, помню, альбом, уже говорили о том, что будет клип. Да, будет сниматься клип, это, конечно, вот к Николаю больше вопрос, но скажу, что, конечно, песня впечатлительная, то есть она записана на этом альбоме, но немножечко в другой интерпретации, то есть она на английском языке, мы ее больше как бы переписали для такой широкой аудитории, то есть чтобы могли во всем мире посмотреть, послушать и понять, о чем как бы суть нашего творчества. По поводу самих съемок, как долго длился этот процесс, ну и, соответственно, подготовка, потому что реквизита нужно было найти где-то реквизит, ну и, соответственно, найти людей, которые помогут с этим. Ну, на самом деле, процесс был довольно-таки долгий, это такой масштабный процесс первый, то есть где-то полтора года все на все прошло, то есть мы прошли путь именно как большого, можно сказать, там голливудского кино, то есть в каком-то маленьком таком размере, потому что ну, практически все этапы пришлось на себе прочувствовать. То есть сначала мы, например, думали, где снимать, как, смотрели на это все. В итоге пришли, что проще самим построить все декорации. Около 3 месяцев мы только строили это все. То же самое, то есть методом проб и ошибок. У нас как бы не было никакого опыта до этого. То есть потом репетиции, и съемка уже там занимала практически ну, 10 дней это все. То есть самый минимум уже, да? Да, то есть это именно подготовительный процесс, он был самый длительный. То есть... У нас сегодня вот как раз один из тех, кто помогал, как я понимаю, и с реквизитом, и с местом для съемок. Ну и, конечно же, вот в виде том, как в клипе, так и здесь у нас в эфире. Максим, во-первых, вопрос по поводу клуба. Насколько я понимаю, это эти рыцарские бои, которые уже не раз и были у нас в студии, анонсировали. Ну и, конечно же, которые можно в Шевченково увидеть. Правильно? Так, можно не только это в Шевченково увидеть, это и в Николаеве можно увидеть. Мы Николаевский рыцарский клуб «Бродекс» помогали. Ну, Колю я знаю давно. Он давно размышлял снять такой клип подобного плана, обратился. Ездили с ним и смотрели вначале и помещение, и потом строили, и реквизиты. Это большей частью именно мелочи какие-то. Это все наше, доспехи, постановка боев. То есть это всем занимались мы. И сегодня я для наглядности, можно так сказать, пришел в том, в чем я и был. На время съемок одет. Ну, как бы для рыцарей уже не в новость, что их снимают, с ними фотографируются постоянно после боя, который представляется зрителям. Но все-таки вот такой опыт, это был первый или уже что-то подобное было? Съемок в клипе, для клипа, да. Да, пожалуй, первый. Но я бы не сказал, что первый именно вообще съемок. То есть и раньше приходилось, и вместе с Колей снимали игровое просто, как кино в средневековом стиле, просто где-то снимались. Это в большей мере, мне кажется, все-таки помогло в том, что не занял этот процесс больше, чем полтора года, потому что как бы был опыт предварительно. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой ролик того, как это все происходило на съемочной площадке. После вернемся в студию и продолжим разговор. Time and speaker.
Ось так, подивилися, прокоментували зараз усією студією, тепер будемо коментувати вже з глядачами також спільно. Звичайно, ефектний момент, коли дівчина піднімає, я думав, ви важче, звичайно, в цих обладунках. Але тягнули, наскільки я розумію, 5 чоловік. Да. Тобто весь процес, на самом деле, весьма веселый, хотя я так понимаю, что веселые моменты не пустили в нарезку. Самые веселые. Самые веселые моменты будут в эти выходные на нашем канале YouTube. Смотрите еще более подробную такую, скажем, нарезку о съемках. Да? Будет, Коля? Ну, я так не могу, конечно. Хотя... Там, по-моему, Коля хотел отдохнуть уже как-то. Сколько можно нарезать? Ну, на самом деле, как бы работа кипит у вас. Клип уже вышел. Альбом перед этим мы анонсировали. Что сейчас готовится и есть ли новая какая-то программа? Сейчас мы работаем над нашим новым, уже четвертым альбомом. Ну, как работаем? Мы работаем над ним на репетиционной базе. Мы сочиняем материал. Как бы практически он готов. Ну, то есть, естественно, что есть какие-то недоработки, и по текстам нужно еще много работать. Но, в принципе, концепция уже какая-то сложилась, и я думаю, что, может быть, к лету, а может быть, и к осени, ну, где-то в этом районе мы приступим, наконец-то, к записи следующего нашего альбома. Вот, когда он выйдет, я не знаю. Но самое главное, если что-то, первыми узнают телезрители телеканала «Николай», потому что анонсировать будете точно у нас, и я это вам гарантирую. Конечно. Скажите, ребята, по поводу перевода песни, своими силами или кто-то еще помогал вам? С переводом текста конкретно этого занимался Сергей Ханеев, то есть он же написал его на русском языке. Вот. Немножечко мы на студии там подправили, чтобы оно пелось получше, там какие-то были моменты. Ну, это уже такое, как бы... Технические моменты, да. Да, да, да. Ну что ж, я вам говорю спасибо большое за то, что сегодня пришли, привели с собой рыцаря, который притащил на себе не 1 килограмм доспехов. 50. Вот, 50 килограмм, вот так, видите, как девушка хорошо справилась. 50 килограмм одной рукой. Вам желаю, конечно же, творческих успехов, ждем еще в гости. Ну, а, друзья, вам нагадую еще раз, что сегодня спілкуюсь із вокалістом гурту «Крила» Олександром Плюсніним, Миколою Поповим, режисером, та Максимом Прохарчуком, актором голови Миколаївського рицарського клубу «Бродекс». Дякуємо вам.